Пришли, друзья мои, в центр Блохина на обследование. Сейчас пойдем к врачу. Кабинет номер 6, Шарапова Елена Вячеславовна. Сейчас мы к ней пойдем. Сейчас наш доктор на больничном. Пошли в другой кабинет, где детский онколог. Она нам выписывает направление. Идем, ставим катетер и идем на МРТ. Врач-офтальмолог, да? Тоже здесь прошли обследование. Ой. Такая у нас, друзья, карта. Это просто пипец. Да, блин. Сделали мы сегодня МРТ, прошли офтальмолога, держим кулачки, молимся, дай Бог, все будет хорошо, боженька с нами, пускай детки никогда не болеют, никогда. Кабинет МРТ. Тут мы, друзья, делали МРТ. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Ага, до свидания. Все будет хорошо, дорогие друзья. Все будет хорошо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за все, за помощь, за поддержку.